Всем привет! Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Сейчас я вам расскажу три прикольных и классных анекдота. Я надеюсь, вам понравится. Всем хорошего просмотра! Вовочкин папа собирается ехать в Ленинград и говорит детям: «Так, дети, кто сейчас сочинит стихотворение со словом «Ленинград», тому я привезу то, что он попросит в стихотворении». Первый начинает маленький: «Папа едет в Ленинград, папа купит мармелад». «Правильно, сынок, тебе я куплю мармелад». «Ну, Вовочка, давай, теперь твоя очередь». Вовочка начинает: «Папа едет в Ленинград, папа купит мне мопед». «Ой, Вовочка, ну совсем не в рифму, давай еще раз попробуй». Вовочка начинает: «Папа едет в Ленинград, мамин хахаль будет рад. Мамин хахаль наш сосед, папа купит мне мопед». Сельская школа. Один ученик опаздывает на урок. Приходит, учительница говорит: «Так, Ванечка, ты почему опоздал?» А он отвечает: «Да вот, понимаете, с папкой бычка водил коровки. Ах, телята нужны». Учительница: «А что, папа, не мог?» А он отвечает: «Папа мог, но бычок-то лучше». Разговаривают два друга, и один говорит: «Если женщину чпокать раком, она раковая женщина. Если женщину чпокать стоя, она стоящая женщина». Мимо проходит грузин и говорит: «А вот если меня чпокали на трех мешках с изюмом, я изумительный мальчик». Спасибо вам, что вы досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!